Зачем? Это всяких постов. Чтобы можно было доказать, что ты не нарушал, например. Дай пошел. Закрой, пожалуйста, окошко. Инженер настолько может? Инженер включен. А что это, брат, вот туда летит? Он там это сообщит, там, значит, оценить должно машину сначала. Слушайте, а никак оценить? Это нормально сидел? Ну, ты своих, наверное, да. А он свой там? Ну, уже там работает. Как он свой 2 года назад только уехал туда? Ну, там работает. Успел он уже, да? Зарекомендовать? Ну, хороший счет, да. Вообще такая дорога, да? Угу. Не могут сделать тротуар нормальный. По дороге не ходили. А видишь, что придется тротуар расширить, дорогу сузить резко. Слова-то не пишет, только запись, да? Нет, все пишет. Причем у него аккумулятор есть, можно как камеру использовать. Ну смотри, вообще это по переходу. На переходе пешеходы не пропускают. Ну да, все у нас. Сейчас бежат куда-то. Ты, кстати, видел на раздольном пути? Высота какая? Что там? Ты-то все говорил там в одну полосу. Там полоса с этих вообще. Ты имеешь в виду на новой объездной, что ли? Не, на раздольном, на самом помнишь на стадионе, ты говоришь, мы с тобой ездили, ты говоришь, вот тут в одну полосу. А, там круто. Сэкономили, типа, в одну полосу все. А, нет, сейчас там компания. Там же туда 2 полосы, на раздольное уходит, короче, там в этот. Там вообще как, только после этого моста сужается в одну полосу, и после, ну, да, и после этого моста опять же сужается на там, через мост в одну сужается. Полосу, короче. Какое... Я говорю про это, вот, бессмысленное все. Там надо расширять дорогу, как бы, если они хотят, чтобы 2 полосы, везде надо туда 2 полосы, да, делать? Угу. Так надо больше гораздо уже, там. Нет, там же есть 3 полосы, как бы, есть, да? Надо как-то, знаешь, там до 11 утра 2 полосы туда едет. Ой, люди, наверное, путаются. Ну, нет, ну, да, поставить, я не знаю, кого едет, там, Поличечкова постоянно, пост делает, там, чтобы он, типа, переключать, да, знаешь, обзор. Летает все. Куда люди-то ломятся сюда? Я не знаю, что откуда столько. Thank you.
взлета, я не знаю, до трех же всего 4 футболов. Вообще даже. Да, не успеют. Не, ну вот там на Гагарина, там же вообще там написано, что это нарисовано. Вот под мостом от хлебозавода аж две полосы, короче, туда и две полосы обратно. Mm-hmm. И собираются расширять дорогу до такой степени, я так не понял. Он за чешское пиво считает. А слева, слева, слева. Слева эти базы, там товарный двор. Товарный двор, ладно, сейчас. Не знаю, как это еще. Церковь ни разу не упоминается, начиная с 4 главы до 19 в Украине.